Я с ним общался, Исай вполне себе адекватный человек. Мы там как-то, ну, по моему приезду сначала как бы обращались к нему за помощью там определенной, да, то есть надо было там съездить, спросить, совета попросить, да. Он нас принял, пообщались, ну. То есть вы сумели договориться? Ну, ничем не помог, но тем не менее он и не отвернулся, как бы я считаю, что это достойный такой человек, он занимает уважаемую, ну, вернее, всеми уважаемый человек занимает эту должность уже не первый год, он в этом агробизнесе здесь как рыба в воде. Я просто не знаю, что он баллотироваться пытается или. Ну, пускай мы. Я бы вот даже за него проголосовал, честно говоря. Ну, я смотрю на него, у него вполне такое как бы самодостаточное хозяйство, оно не маленькое, это очень сложно на самом деле, вот, поверьте моему опыту, да, а он у меня там небольшой, но есть в управлении именно такими большими площадями там и так далее. То есть, по сути, я к нему каких-то определенных там антисимпатий не питаю.